Оружие прибери, дружище. Чему расскажешь хорошего? Время дорого. Рассказывай. Ну, здорово. Время дорого. Рассказывай. Ну, привет. Слушаю тебя. Слушаю тебя. Вот такое, знаешь кто? Привет, брат! Они лучше стариков знают. А вот анекдот.
Время дорого. Чего расскажешь хорошего? Сейчас будет музыка. Заныкал, волы! Какого я сюда полез? Скачковал бы себе по-старому на районе. Ну, типа. Всю. Ну, типа, я слушаю. Так, балабонь быстрее, чё надо? Ну, типа я... Вали актив! Thank you.
Помогите! Давай, давай! Не подставляться! Топчи! Слушаю тебя. Привет, брат. Прям свертело. Скворчащий, сочный.
Мать, короче, присылает пацану нормальному на кичу маляву. Время дорого. Чего расскажешь хорошего? Сталкер, защити мир от зомби.
Время дорого. Чего расскажешь, хороший? Ну? Здорово? Смертельные аномалии, опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью идущей на помощь мирным гражданам всей планеты. Мир со страхом смотрит ну, привет. На расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг. Помоги мирным людям. Свободные сталкеры, слушаю ветераны тебя. И охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача. Проходи, проходи. Смертельные аномалии. Чего слушаю расскажешь тебя. Хорошего? Вот такое, знаешь еще... кто? Ну и отлично. Вот как вернемся. Кто жив остается? Ничего тогда. Сталкер, защити мир от зоны. Вступи в долг. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг. Помоги мирным людям. Свободные сталкеры. Вот такое, знаешь кто? Вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны. Наша общая цель и задача. Смертельные аномалии, опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью идущей на помощь мирным гражданам всей планеты. Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг. Опять сапожища хреновые подсунули. Что у них совести совсем нет у этих? За неделю подошли гоплык. Я тут вспомнил вот. Пришел, значит, сталкер к доктору. Доктор осмотрел его и говорит. Вот это от усталости, это от нервного напряжения, а это от депрессии. Спасибо, доктор, спасибо. Скажите, а ну привет, слушаю тебя. Ничего нет? Чего расскажешь хорошего? Ну? Здорово? Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг. Помоги мирным людям. Смертельные аномалии. Опасные мутанты. Анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью идущей на помощь мирным гражданам ну, привет. Всей планеты. Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг. Помоги мирным людям. Смертельные аномалии. Опасные мутанты. Анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью идущей на помощь мирным гражданам всей планеты. Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг. Помоги мирным людям. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Смертельные аномалии, опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью идущей на помощь мирным гражданам всей планеты. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Сталкер, защити.
Освободи мир от зоны. Вступи в долг. Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг. Помоги мирным людям. Смертельные аномалии. Опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью, идущей на помощь мирным гражданам всей планеты. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Сталкер, защити мир от зоны. Вступи в долг. Смертельные аномалии, опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью, идущей на помощь мирным гражданам всей планеты. Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи Привет, брат. В долг. Помоги мирным людям. Смертельные аномалии. Опасные. Ну привет. Слушаю тебя. Анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью, идущей на помощь мирным гражданам всей планеты. Сталкер, защити мир от зоны. Ну привет.
Да, не часто. Всего наилучшего! Ты мне тапочки приноси! Thank you.
Неплохо, неплохо. Привет, брат! Всегда рад послушать тех, кому есть что рассказать. О, блин. Время дорого! Рассказывай! Thank you.
как давай садить в белый свет. Стреляли, ну, пока ты. Чего расскажешь хорошего? Как затихло, из кустов. Короче, присылают...
Привет, брат! Привет, брат! Если что, вы знаете, где меня искать.